Эта неделя в буквальном смысле насыщена на кинопремьеры, причем среди большого количества фильмов присутствует и лента от амурского режиссера Сергея Хромых. Здравствуйте, в эфире программа «Около кино». Далее обо всем подробно. Кино начали показывать киноленту «Во власти стихии». Это американский драматический фильм от режиссера таких историй, как «Клятва» и «Эверест». Сюжет этой ленты создателям обошелся в 35 миллионов долларов. Кстати, она основана на реальных событиях. И вы собираетесь пройти на яхте до самой Калифорнии? Что скажешь? Думаю, 4000 миль – полное безумие. Без тебя я никуда не поплыву. Сделаем это вместе. Счастливого пути, голубки! Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории. Отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии. Очнувшись после шторма, Тами обнаруживает, что их судно в руинах, а Ричард на грани смерти. Не имея надежды на спасение, ни лодки, ни связи, ни навигации, девушка все же находит в себе силы спасти себя. Себя и своего возлюбленного. Надо взять курс на Гавайи. Это как стрелять по движущейся мишени с 2000 миль. Если промахнешься... Нам не спастись. Сильвестр Сталлоне и Кёртис Джексон вновь появляются на больших экранах в продолжении блокбастера 2013 года. Речь идет об американо-китайском боевике «План побега 2». Говорят, те, кто строил нашу старую тюрьму, кое-что усовершенствовали. Кто входит в новую, уже ее не покинет. Знакомый расклад. Добро пожаловать в войну. Ему понадобится помощь. В центре внимания оказывается Рейн Бреслин, командир элитного отряда, специализирующийся на выведении людей из самых защищенных тюрем в мире. Когда один из членов его команды, Шурен, попадает в тюрьму нового поколения, оборудованную по последнему слову техники, полностью защищенную от побегов, Бреслину ничего не остается, кроме того, как подключить к делу своих старых друзей. А вот что из этого выйдет в итоге, узнаете, сходив в кино. И помощи ждать неоткуда. Никто не знает, как строили эту тюрьму. Кто ищет, тот всегда найдет. Криминальную полнометражную кинокомедию благовещенского режиссера Сергея Хромых «Кто есть кто» или «Ограбление По» уже также можно посмотреть в кино. Правда, возрастной ценз у этой ленты 18+. Главное кинособытие Амурской области, но это не точно. Воровать у меня – это все равно, что дразнить улей с пчелами. Будем грабить. Одну из главных ролей в криминальной комедии сыграл сам Сергей. Также в фильме задействованы актеры-любители, известные благовещенские персоны Макс Радман и Владис Дедонец. Единственный профессиональный актер в картине – заслуженный артист России Игорь Булатов. Фильм снимали и монтировали 6 лет. По сюжету пятеро друзей совершают ограбление туристической фирмы, но вот когда приходит момент делить награбленное, деньги загадочным образом исчезают. Кто их прикарманил и что скрывает каждый из героев? Этой предстоит выяснить горе грабителям. Под подозрением окажется каждый. Я даже заикаться перестал. Если же вы любите веселье и думаете над походом в кинотеатр в кругу друзей, то вам мы посоветуем посмотреть американскую комедию «Ты водишь», которая основана на реальных историях бывших одноклассников. Расскажет, что происходит. Мы с друзьями играем в эту игру уже 30 лет. В центре внимания находится группа бывших одноклассников, которые, начиная с первого класса, играют во взрослую версию игры, которая называется ТЭК. Каждый год в одно и то же время они бросают все свои дела и встречаются, чтобы поиграть. Но в этом году игра как раз совпадает с датой свадьбы единственного непобежденного игрока. Надеясь, что это торжественное событие сделает из него легкую мишень, друзья приступают к игре. Однако чемпион каждый раз оказывается на шаг впереди своих товарищей, и так просто сдаваться не собирается. Пошел на... За мороженым. Что? У меня непереносимость лактозы, знает, издевается. А вот для всей семьи отлично подойдет лента «Джим Пуговка и машинист Лукас» – немецкий приключенческий фэнтези-фильм, основанный на романе классика детской литературы Михаэля Энде. И
Как мы его назовем? Пусть будет Джим. Мидландия очень маленькая страна, но в ней те же проблемы, что и в других. От Эммы надо избавиться. Картина поведает о сказочной Мидландии и ее подданных, о загадочном появлении крошки Джима в этой стране и, конечно же, о том, как он с машинистом Лукасом и паровозом Кристофом отправляются в удивительное путешествие, чтобы посетить загадочную страну, Миндалию, встретить именитого великана и полудракона, ну а также преодолеть кучу препятствий и спасти принцессу. Настоящий дракон должен быть очень страшным. Примерно таким. Хватит. Ты страшный. Правда? Юных зрителей эта неделя радует выбором. Можно с больших экранов уже посмотреть и «Распрекрасного принца». Фильм рассказывает о ранее неописанных событиях из рассказов о Белоснежке, спящей красавице и Золушке, которые тем или иным образом были связаны с принцем Филиппом Распрекрасным. Нам 3 свадебных торта. Кого решили осчастливить? Можно взглянуть? Вам не кажется, что это один и тот же красавчик? Да ничего подобного! Будучи проклятым в самом детстве, он никак не может найти единственную и любимую спутницу на всю свою жизнь. Перепробовав всевозможные варианты, Филипп в отчаянии предлагает всем буквально налево и направо свою любовь, оставляя за собой длинный след влюбленных в себя девушек, он так и не может полюбить сам. Раздраженный отец Филиппа, король Распрекрасный, ставит ему ультиматум: либо он находит свою женщину, либо же он в 21-летнем возрасте лишается наследства и трона. Что же будет в итоге? Узнаете, сходив в кино. Какой у тебя план? Чтобы найти истинную любовь, я должен справиться с 3 невыполнимыми заданиями. Первое – преодолеть непреодолимую пропасть. Второе – пережить неминуемую смерть. Нам конец. Привет, очаровательные создания. Ух ты! Хватай руку! И третье – сокрушить несокрушимого монстра. На этом у меня все. Желаю вам отлично провести время. Обязательно советую сходить в кино, ведь там показывают много интересных фильмов. До новой встречи в эфире. Всем пока.